Вчера арабы начали собирать леса для нас, чтобы мы смогли повесить платы наверх. Собрали. Стоит все вроде бы неплохо, жестко. Есть некоторые нюансы. Например, смяке. Например, почему вот эти вот ригеля, деревянные, ну, получается, доски, брус, лежит плашмя, а не на ребро. Для меня это странно. Плюс между стойками нету 3 метров, чтобы поднять плату наверх. То есть нам надо будет придумывать, как ее поднять, доставить наверх на леса. Это мой компас. Было бы чудесно, если бы мы за сегодняшний день закрыли прям всю эту куру. Вот это был бы идеальный четверг.